Сейчас посмотрим только атаку ближней ноги. Ближней ноге. Есть еще вариант атаки дальней ноги, но мы посмотрим его в ближней ноге. Посмотрим варианты, когда вы вырываете эту ногу, и либо он остается у вас на животе, либо он сам переворачивается, либо вам надо его докатить. Как мы хватаем ногу? Как мы хватаем ногу? Правой рукой я хватаю его за голеностоп. Вот, видите, да? А левый я хватаю его за бедро, ближе к его колену. Колен, вот у меня идет хват. Я подсаживаюсь, вот я хватаю, да? Вырыв я предложил вот себе. Ситуация может быть какая? Мы вначале рассмотрим ситуацию, что он у нас сам перевернулся. Сразу среагировал, перевернулся на спину. Да? Все. Когда колено схватили, да, отшагнули, ушли сюда. У вас косточка смотрит наверх, кулака лежит на тазобедренной косточке, да? И вы начинаете разворачиваться, тазом выгибаете и вставляете эту косточку, прямо ему загоняете в пяточную сухожилие. Да? Вы боретесь в паттере, отсюда можно вырвать, да? Первый вариант. Вот. Сам развернулся, отшагнули, да, ногу можете сюда заправить так же. Вот, ноги, то есть если я его вырвал, ногу, да, я ее прижимаю. Она может у меня крутиться внутри, но не может, не должно быть такой ситуации, что он просто все ее потянул и вас вырвал, да. То есть если вы ее прихватили, она у вас зажата, но она может прокручиваться, если вам надо будет перешагивать. Этот вариант мы тоже сейчас посмотрим. То есть вы его прихватили, ногу. А второй вариант, если у вас получается его накатить. Вот, вы туда толкаете, это втянулся. Такая же произошла ситуация. Я ногу продолжаю прижимать к себе, да, его голеностоп. Прихватываю под колено сгиб, разворачиваю его бедро. Для того, чтобы он не смог встать. Вот, если я просто начинаю падать, да, он со мной встает. И, соответственно, атака моя... Скорее всего, заканчивается. Поэтому я разворачиваю его на бок и тащу его за собой. Вот, видите? И здесь сразу ложусь и делаю болевой. То есть вы вырвали ногу вверх и туда по диагонали его. Он развернулся, отшагнули, здесь скрестили ноги. И спокойно потом доделываете ногу, да? Он остается, вы переворачиваетесь, ногу туда заводите. Все. И, соответственно, вот ситуация вот такая может оказаться, остаться. Вы ногу, когда вытянете, он не продолжил включение. И вы оказываетесь, а уже начинаете чувство сложили. Вы ложитесь на плечо, да, дотягиваетесь, когда надо перешагивать. У него нога должна у вас прокручиваться там, чтобы вы не сломали его связочный аппарат, коленный аппарат. Потому что если вы, допустим, его вытащили, да, нога не будет крутиться. Вы начнете крутиться. Вы чувствуете, да? Что у него уже там он начинает прыгать. Прохрустел уже до конца. Это я вырежу, что у него прохрустел до конца. Но вы понимаете, да? Поэтому вот это движение, когда я начинаю крутиться, видите, я колено его держу, и когда я делаю перешаг, у меня нога там, видите, его прокрутилась. Я ногу поставил свою, которую я перешагнул, под его под колено сгиб. Вот. И ухожу дальше на бок. Все. То есть вы схватили, он никуда не идет, вы делаете перешагивание и ногу сразу туда заправляете. Все.